Блядь, чё? Она же, ну ёба на рот, нахуй. Вот, пиздец. У нас была кладовая, вроде как. Ну, суть не меняет, та же хуйня, только вид сбоку, блядь. О, как хорошо меня заспамнило, прям в кустах. Это Аня, ёб твою мать. Да, Игорь. И порча. Ой, Игорь, Игорь, она к нам. Да я вижу. Нет, не к нам. Ты порчу ломаешь? Она, кажется, тебя видит тоже. Я маленький кораблик чиню. А я нихуя не делаю, в кустах сижу. Колобелка у нее. Ну, колобелка, это ж родной ее перк. Ой. Да. Порч, точнее. Она у мене. Угу. Вот эба. А шо це она хочет от тебя? Она вот для этого вот чуги со мной бегает. Угу. Она опять нулю. Не за мной. Типа меня, да? Я понял. Что она смотрит что-то? Далее. Что желтые аптечки, что желтые инструменты? Херня? Херней. Угу. Она возле лачуги. 25 штук ведь этих инструментов, а? Ой, ну заносит. Ай, попалась, но не топором. Тут главное не попутать, кто поет. Ой! Ой, зря! Добавил. Ой, блядь, зря! Она с тобой? Она за мной все еще. За мной все еще. А, нормально. А ты прям ко мне идешь, Ярик. Да я не бегу, я здесь реально трус. Нет, вы ко мне идете. Да он кружит. Она все топором замахивается, никак не может. Есть ощущение, что она первый раз играет за нее. Ну. Или второй. Только ощущение. Ну да, есть такое. Да не, она просто замахивается рядом с препятствием. Ой, падаю. Не падай. Не падаю. Вообще не падаю. Я просто вижу, как вы бегаете, и мне немножко вопросики к ней. Идем сюда, ладно. Она все равно, да, от тебя не отстает? Угу. Глупышка. А ничего, да, что три генератора, ее все устраивает? Ей просто буква Ю. Ярик, смысл всей ее жизни теперь. Сейчас реально, пока не посадит, не успокоится. Посадит, говорю, уронит. С кем, бля, буду? Конечно. Дырка желтая. После такого только фейс. Вот это она ускорилась, конечно. Бладласт? Да. На 360 посадит. Ой. Ушла от меня. Батя. Ушла. Я вторую дырку желтую взял. Молодец. За топорами ушла. Ой, блядь. Ой. Извините. Сердечно прошу прощения. Я здесь случайно. Да. Ой, Ярик, извини. Слишком много изменений для приложения. Она очень сильно промазывает. Она не за мной, она не за мной. Не за мной. Она за мной, потому что... Не за мной. Пытается за мной. Ярик, помочь не что? Хочешь? Я хочу, она за мной. Ой, да в жопу лечиться. Отстаньте от бедной Ани, чего вы приколупались к ней? Только не колупался. Человек зашел пофаниться, а вы издеваетесь. Фоксики. Конечно. О, совместное действие как раз нужно. Она не за мной. Вы что, ура, троим, генерал. Троим на одном? Угу. Да. Кто хочет меня выхилить? Ой, уходи. Бежим.
Блять, текаю. Красноед, блядь, стоп. Блять. А вот я тебя не видел вообще. Я сам себя не вижу, Катя. Я. Блять, а она сейчас придет сюда. Где она? Куда она кидает топор, она лодику и потрется. Я открываю дальнюю. Хорошо. Катя, ты видишь где, да? Да вроде. Опа. Я открываю над лачугой, но еще много. Я увожу ее от лачуги. На, за Катей. Открывать? Еще нет, еще нет, нет. Че, охуел, что ли, за мной бежать? На лачуге готова. Она у лачуги трется. Катя, бежим к мейну? Катя, ты у мейна? Нет. Бежим к мейну. Я потерялся. Она у меня. Блять! А я ворота, все нормально. Отлично, я тоже здесь. Вы только расскажите, когда будете убегать, чтоб я не осталась тут одна. А мы уже готовы. А, ну можно убежать. Я сейчас лягу, я падаю. Да ё-моё. Ой-ой-ой, не готов тут. Бежи. Это подвал. Серьезно? Угу. Чё, Ярик, умираем? Да. Там вот открыто в лачуге, да? Ворота, да, говоришь, да, 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 полностью. Полностью? Да. Тогда врываемся тогда? Я не успел уйти. Она стоит с топором возле подвала. Это наша милая пользоваться. Катя! Ладно, будь. Игорь, давай спасай. Бежим! Ай-яй. Ой, вот Mozilla. Так, папа, так не попасть, капец. А Никита где? А я в другие ворота бегу. А, нормально. Успеешь? Главное, успей. Успеет. Успеешь. Две капли, ура. Супер катка, я считаю. Угу. А я умирать уже готова была. Мента не будет. Вот видишь, пустая, я же говорю. Ну, типа не пустая, но... Ну, и её навык, и общий навык. Началка, в общем, да. Видно было по тому, как топоры кидает. Главное, я дырки сделал. Ничего себе! Они... Ты не хочешь сказать, как прекрасно мы тебя спасли? Ну, это само собой. Спасибо.